А до нашої студії вже завітала гостя. Це Віталія Курач, дерматовенеролог, сексопатолог та сексолог. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу хочеться запитати, сексопатолог і сексолог, що в чому різниця? Сексологія – это раздел более психологический, а сексопатология – это медицинская сфера. Багато лікарів, зокрема Уляна Супрун, каже, що потрібна, що профілактика краще за лікування. В вашій сфері діє це правило? Безусловно, я как венеролог своим пациентам рекомендую, что прежде чем вступить в контакт со своим половым партнером, необходимо что? Необходимо сдать анализы. Необходимо сходить к венерологу. Ну и, конечно же, такое романтическое путешествие в спеццентр, дабы сдать анализы и уже после этого понимать, что все партнеры здоровы, если не здоровы, пролечиться, и только тогда наслаждаться партнерством. Главное, чтобы партнер не образился за такой инициативой. Ну, на сегодняшний день, мне кажется, что в наше время это абсолютно нормально. Обидеться может только тот человек, который не понимает, зачем это делается. Давайте поговорим про интимное здоровье человека и женщины. У них разные заболевания? Конечно, да. Найчастіше які? И кажут, что человек может быть просто переносчиком инфекции. Ну, мужчина может и быть и носителем, и может болеть, но если это мы говорим о венерологии. Но если мы говорим о сексологии, сексопатологии, это все расстройство тех базовых функций, которые нужны в паре для комфортного, гармоничного, совместного, ну скажем, такого акта. А які найпоширеніші причини оцих порушень? Причини діляться на психологічні і на органічні. Тобто це може бути проблема, яка живе в голові, а це може бути проблема, яка живе в половых органах, або взагалі где-то в гінекології, в урології і так далі. Чи зустрічалися з такими проблемами, що чоловіки-жінки до вас приходять лише тоді, коли вже запущена хвороба? Безусловно, люди наши... Коли вже край, ось вже все. Люди наши обычно все рассчитывают на такую штуку, как авось. И они вот ждут, что авось вот меня пронесет. Вот у всех так было плохо, а меня это не коснется. Они выжидают, они смотрят, они как-то ждут, что все-таки авось им поможет, авось не помогает. Ну и, соответственно, люди бывают так, что запускают свое состояние до такого, когда очень сложно справиться. Но на сегодняшний день медицина делает очень большой шаг вперед, и на сегодняшний день есть много путей решения сексологических, сексуальных расстройств и проблем. Ви займаєтеся питаннями реабілітації м'язі тазового у жінок. Да. Розкажіть, будь ласка, що це за сфера? Это вообще отдельная сфера, это отдельная тема, это очень глубокая тема. Что такое реабилитация мышц тазового дна? Это когда женщина еще до родов, еще до вступления в семейную жизнь, она должна понимать, что тазовое дно – это то, на чем мы сидим, тазовое дно, оно имеет форму гамака, оно должно быть укрепленным. То есть, когда женщина еще не рожавшая, она должна понимать, что существует профилактика, то есть существует та опция в медицине, когда необходимо укреплять, дабы быть всегда здоровой. Когда женщина уже готовится к беременности, либо после родов, она должна понимать, что у нее должен быть такой аспект, как реабилитация тазового дна. Потому что женщина, то, что мы наносим макияж, мы ходим в спортзал, это все внешне, это все красиво, но я считаю, что женщина счастливая тогда, когда у нее все хорошо в интимном плане, в интимном здоровье. Розкажи, будь ласка, кілька порад для мамів-дівчаток. Я знаю, що мене кажуть, що до 8 місяців не потрібно дівчинку садити, тому що все ця статева система закріплюється, так, розвивається. Як, от в який період от, почати профілактику цього тазового дна?
Ну, это уже после 18 лет. После 18. Это не тогда, когда девочке 8 месяцев. Пусть она играется и растет, и у нее будет здоровое, счастливое детство. А вот что касается после 18, когда уже прошло половое созревание, то есть наступило уже половое созревание, когда девочка превращается в красивого лебедя, вот тогда уже надо заниматься, когда она еще девственница, надо заниматься профилактикой, надо заниматься тазовым дном в таком лайтовом режиме. Як це має відбуватися? Це якісь фізичні вправи? Чи это физические упражнения, направленные, называется интимная гимнастика. То есть девочка, которая еще не живет половой жизнью, она может заниматься интимной гимнастикой, она может укреплять свое тазовое дно, и это будет своеобразная профилактика. А уже когда все осуществилось, праздник состоялся, и девушка уже стала женщиной, вот тогда уже надо более серьезно подходить к этому вопросу. И когда женщина к этому вопросу подходит осознанно, она рожает 2-3 детей, и у нее все прекрасно, все хорошо, и все в партнерстве счастливы. Потому что очень часто я сталкиваюсь с такими вопросами, очень часто мужья, к сожалению, уходят из семьи, потому что что-то с тазовым дном, что-то не так, и у мужчины не те ощущения, у мужчины очень много вопросов к своей женщине, и часто бывает, что он уже теряет свою мужскую силу на фоне ее каких-то дисфункций. И рано или поздно мужчина пытается сравнить. У него дома богиня, все прекрасно, все хорошо, но он пытается сравнить и попробовать на стороне. И когда он пробует и смотрит, что там как-то все лучше, нежели дома, как правило, мужчина улетает из гнездышка. И чтобы этого не произошло, необходимо женщине думать не только над макияжем, над маникюром, педикюром, но и над тазовым дном. Хотіла запитати, ви сексолог, сексопатолог, от коли заводите нові знайомства, як реагують, коли ви розказуєте про свою професію, адже ви вільно говорите на такі теми, на які деякі люди, от, про які соромляться говорити вслух? Первая фраза, которую я часто слышу, на меня смотрят и говорят: «Живой сексопатолог». Да, живой, дышащий, работающий сексопатолог. На самом деле у меня самая лучшая профессия в мире. Я безумно люблю свою работу, и моя работа вот в качестве сексопатолога, она мне помогает в повседневной жизни, в быту, в общении с людьми, потому что сексопатология, она настолько многогранна, это и психиатрия, это и психология, это и социология, и урология, гинекология. То есть это настолько многогранность, сексопатология, она стоит на стыке всех наук. То есть что бы мы ни взяли, всегда будет вот эта интимная сфера. И у меня, моя профессия, это как некий детектив. Очень интересно работать с пациентами, особенно с семейными парами, когда муж рассказывает одну ситуацию, жена вторую ситуацию, все это я должна удержать. Да, все это надо удержать как бы в тайне, и когда они вдвоем приходят ко мне на прием, я как доктор должна так словировать, чтобы сохранить это гнездышко и улучшить качество их интимной жизни, улучшить межличностные отношения и сделать так, чтобы у них была гармония в паре. Интимное життя, как впливает взагалі на здоровье жінки и чоловіка? Это основа основ психологии, то есть если женщина, если вы видите где-то в социуме, в троллейбусе, в транспорте, женщину в неврозе, что кто-то не так стал, кто-то не так сел, знайте, что у нее все плохо. Женщина, которая получает женское наслаждение, когда она получает женское удовольствие, она светится счастьем. Даже если ей кто-то наступил на туфельку, и там где-то пайеточка, стразик отлетел, она все равно счастливая, ее все устраивает, она кайфует от жизни, она получает удовольствие от всего. Но если что-то в интимном плане не так, либо у нее есть какая-то дисфункция, либо же ее мужчина плохо функционирует, всегда она будет недовольна абсолютно всем. Что касаемо мужчин, мужчины, они это переживают по-своему, они переживают это очень глубоко, и у них это как снежный ком.
Если у них в интимном плане что-то не так, если они плохо функционируют, если их мужская сила стала не такой сильной, у них с нежным комом начинаются проблемы и в семье, и на работе, и в социуме, и с соседями, абсолютно везде. Давай. Ви сказали, що приходить до вас чоловік там, і жінка, і розповідають там по-різному ситуацію. Тобто, ну, я бачу це так, що проблема, власне, в тому, що між собою не розмовляють ви та жінка, не обговорюють такі теми. Порадьте, як же навчитися проговорювати. Проблеми з комунікаціями, я об этом говорю всегда, везде и повсюду. Проблема с коммуникацией почему? Потому что встречаются два разных человека, с двух разных семей, и не всегда это одной там национальности и так далее. И очень часто люди встречаются разные, и проблема в коммуникации по той простой причине, что воспитаны по-разному, и люди очень зажаты. Интимная сфера, она всегда очень закрыта. И очень иногда бывает сложно партнерам раскрыться друг другу и сказать правду. Дякуємо вам за поради, дякуємо вам за розмову. Телеглядачам нагадаю, що у нас у студії була Віталія Курач, дерматовенеролог, сексопатолог та сексолог.